Умывальники как средство гигиены пригодятся на каждом дачном участке для мытья рук или урожая. Декоративные умывальники помогут оформить ландшафт в эко-стиле, выполненный с имитацией камня, коры деревьев, выглядят естественно и натурально. Умывальники можно дополнить уличными кашпо для растений, создав декоративную композицию. Разместить дачный умывальник целесообразно вблизи дома, где он будет смотреться очень уютно. Фонтаны всегда выглядят роскошно, привлекают внимание и декорируют любое место – внутренний интерьер либо уличное пространство. Стилизованы под бетон, камень, бронзу, кору деревьев. Принцип работы фонтанов прост и понятен. Главное, что понадобится наполненный водой резервуар и насос. Устанавливаются фонтаны на уровне земли, без выкапывания отдельной ниши. Вам остается лишь разместить его в подходящем месте, заполнить водой и поднести электроэнергию для обеспечения работы насоса. Напоминаем, что вся водопроводная арматура входит в комплект. Куда размещать? Не следует устанавливать фонтан под прямыми солнечными лучами, вблизи деревьев, во избежание засорения опавшей листвой. Выигрышно смотрится фонтан возле центрального фасада дома. Новая коллекция 2020 декоративных фонтанов и умывальников.